Ложки с навесами. Перед стеной черная плитка. Это первое, что приходит в голову при упоминании поселка Учжэн. Учжэн находится в городе Тунсян, провинции Чжэцян. Его общая площадь 79 квадратных километров. Ему больше 1300 лет. Крестнообразная личная система делит Учжэн на 4 части – восточную, южную, западную и северную. В восточной части кипит жизнь. Традиционные ремесленные, мастерские и современные магазины гармонично дополняют друг друга. Западная часть известна тем, что в ней сохранилось большое количество древних зданий времен правления династий Мин и Цин. Причудливые павильоны, резные перила и расписные балки, плеск воды, тихое жужжание насекомых. А не посидите ли в таком павильоне? Выпейте чашечку чая, съесть пирожное. Послушайте местную оперу. Понаблюдайте за медленно покачивающимися лодками, чтобы ощутить уникальность Учжэня, которую он пронес через века. Или побывать в мастерских по окрашиванию сыца. И изготовление шелка. И попробовать сделать ткань своими руками. А можно увидеть фольклорные сценки, исполняемые под барабан. Театр теней. Выступление мастеров чуан-чуан, владеющих техникой боя на лодках, и трюки на высоком бамбуковом шесте, установленном на лодке. Эти виды древнего культурного наследия глубоко пропитали жизни учжэнцев, бережно храня память многих поколений. Но у Учжэня есть не только прошлое. Поселок расположен в золотом треугольнике Чжэцзян, Чжэцзян и Шанхая. И это уникальное географическое преимущество во многом способствует его процветанию и развитию. Сегодня Учжэн – это не только один из главных туристических центров страны, но и место сосредоточения новейших в мире IT-технологий. В 2014 году Учжэн выбрали в качестве постоянного места проведения международной интернет-конференции. В 2021 году здесь был открыт суперкомпьютерный центр. После 10 лет стремительных перемен Учжэн превратился из маленького поселка в международный интернет-городок с мировым влиянием.